Ребят, всех приветствуем на канале Блогер Федор. Сегодня мы наконец во Владивостоке. И началась наша эпопея с перегонкой Черной Весты в город Балаково Саратовской области. Это буквально 8500 километров. Сегодня у нас первый день, и каждый день мы будем снимать отчет и рассказывать вам. Подписывайтесь на канал, это будет очень интересно, очень живые ролики. Владивосток, встречай. Ребят, мы забрали автомобиль, сейчас едем в гостиницу, там располагаемся. Завтра будем снимать ролик на авторынке «Зеленый угол». Согласно нашему опросу в телеграм-канале, у нас в нашем телеграм-канале, подписывайтесь, ссылка будет в описании. Там распределились места, про что снимать: кроссоверы, гибриды и все остальное. Согласно вот этих купленных мест, мы будем вам про авторынок рассказывать. Так что поехали. Сейчас буду выезжать только в настоящий город, потому что сейчас примерно с спортовой зоны откуда-то, короче, выезжаю. И вот настоящий город, вот кто мне, людей сколько не спрашивал, все говорят, что культура вождения во Владивостоке совершенно отсутствует напрочь вообще. Вот, если честно, я прям очень сильно переживаю по этому поводу, короче, я вообще боюсь туда въезжать. Я, короче, решил, может, я просто 40 буду ехать и все. Пускай меня там обгоняют, пускай бибикают, короче, врублю режим идиота, короче, и все. И просто 40, короче, там, 30 на поворотах вообще. Ну ладно, посмотрим, что за город. Вообще город так интереснее такой. Смотришь, я первый раз во Владивостоке. Будем смотреть, короче, интересный город такой. Довольно-таки. Итак, ребят, заселились в гостиницу. Сразу скажу, гостиница называется Eagle House. Вышла она нам 4500 рублей за 2 дня. Это мы, в общем, будем вычитать из нашего бюджета по Весте. Что здесь есть? Здесь есть у нас телевизор, холодильник, двухспальная кровать, шкаф. Все туда. Тапочки там входят. Что здесь еще? Вешалки. Чисто проволока. Ну ладно. Вот. Соответственно, чайный набор. Чай в кафе там внизу бесплатно можно брать, пить. Чайник, водичка. Ну и, соответственно, здесь у нас ванная комната. Вот, сейчас покажем вам вот так вот. Оп. Душевая кабина. Со стеклянной дверью. Вот мне вообще больше нравятся вот такие душевые кабины, где просто чисто кафелем. Вот, ну и набор. Набор, гигиенический набор, как во всех гостиницах такого уровня. Пылесос, фен. Что у нас дальше? Дальше у нас сегодня будет ночевка, а завтра мы поедем на Зеленый угол. Не выключайтесь. Ребят, ну вон там вон находится наш отель. Вон на возвышенности, видите, какой коричневенький. И вот, вот этот вот подъем, ну сегодня уже второй день. По нему мы не смогли вчера заехать. Сегодня уже более-менее так накатали. Там уже машинки так свободно заезжают. И полноприводные, и переднеприводные. Вот. Но вчера было вообще жесть такая, короче. Сейчас подморозило. Вот этот минус вот этого вот отеля, короче, то, что у него парковочка. Там, и она, во-первых, маленькая. Во-вторых, она, короче, находится вот там наверху. Машины оставляют вот здесь вот. Кто-то копает здесь, короче, таксисты там ставят, короче, просто заезжают сюда, вот снег или там лопатой вот вчера копали там. А наша машинка, вон она находится, вон там вон. Тоже я поставил ее на место подснежника, там подснежник стоял, вот тут потом вечером его убрали, я пык туда и запарковался. В общем, поехали на Зеленый угол. Ворота, да, это как? Золотой рог, вот это. Золотой рог. Есть русский мост. А, русский мост еще. Который последний построили, да? Который сам. 3,5 километра. 3 километра 600 метров. Ну он тоже типа такого, да? Да, да. Какой-то похожий. Вот, здесь же открытые вот эти. Ага. Как эти называются? Опоры. Опоры. А у них закрыты. А. Вот в чем отличие. И длиннее в 2 раза.
А смотрю, здесь в такси вот популярны, да, вот такие микроавтобусы? Да. Но там вот с аэропорта я ехал, этот был, как его, на В, по-моему. Вокс? Не, не Вокс, а... Вильфайр? Может, не Вильфайр, может, не на В. Эсквайр? Эсквайр, да. Так, ну ладно. Эсквайр, короче, был. И прям вот... Я ехал, и передо мной тоже еще человек, короче, прям вот два подряд. Я еще такой потом подумал. А когда заказываешь, там комфорт, ну, эконом, короче, я не знаю, какие машины приезжают. Не, эконом, когда заказываете, но не приедет никак. Ага. Комфорт, комфорт плюс, минивэн. Комфорт, комфорт плюс, это вот это вот минивэна, да? Да. Ну, смотри, чем популярен гибридный, да? У вас гибридный? Да, гибрид. Очень сильно помогает. Нормально так, вот сейчас кушает, вот 7,5 литров. О, по городу, да? Да. Вообще замечательно, для такой большой машины. Она же сколько? Шестиместная, да? Да, шестиместная. Капитанские кресла. Угу. Сзади трое и сюда. Не как вам город? Ну, пока непонятно. Слишком много возвышенностей и маленьких улиц. Угу. Узких. Да. Очень много узких, и из-за того, что много снега вот нападало, да? Не проедешь нигде, и народ тусится, получается, вот сейчас вот откуда вы выезжали, я вот утром туда заезжал на своей машине, и так получилось, что как бы, ну, там одна с одной стороны едет, другая с другой, и развернуться им практически негде, то есть надо кому-то сдавать назад и выискивать там маленькую какое-нибудь местечко, чтобы там встать. Ну, еще неделю вот так вот. Здесь вообще море, да? Итак, ребят, что такое не везет и как с этим бороться? Сначала у нас планы 50 раз переначались с отправкой нашей Лады Весты то в Питер, то еще куда. Вот, и сейчас мы пришли на авторынок Зеленый Угол поснимать, но тут снегом все засыпало. Народ там откапывает машину, ну практически мало каким машинам можем подойти. Ну сейчас пойдем посмотрим, конечно, попробуем поснимать хоть что-нибудь и вам показать. Что, продаете, да? Что, идут продажи? Когда как? А на многих машинах нету ценника, это по факту уже, да? По времени. Сейчас такого нету, да, чтобы ценник вывешивали? По-разному. Ну вот видите, ребят, кто-то вывешивает ценники, кто-то не вывешивает. Я так понимаю, сейчас время такое, что лишний раз лучше подождать. Это форик у нас 2380, 19 год. Honda 2500, гибридный 19 года. Это сервишка у нас получается. Так, ну это у нас спада 1,5 миллиона. RAV 4, 2500, 19 год. Что у нас по цене? 17 год, 1,630 000. Микрик у нас будет. Так, 17 год, 1,330 000. Это у нас Nissan. Гибрид восклицательным знаком, 4WD. Наверное, ребят, выделим для этого ролика отдельную серию для авторынка Зеленого Угла. И в средь недели вам его покажем. Потому что если мы будем вставлять его в этот ролик, то он будет очень длинный. Так, ребята, как вам такие автомобили? Оп. У нас на Камчатке я и не встречал. Такие малыши. Honda N-Wagon Custom. Ух ты! Красота! Ну и красивейший автомобиль. Опа! Что-то не так. Подписывайтесь. Оп. Ребят, вот так вот получается. Все люди как люди. Один я, как обычно. Все гонят японцев с Владивостока. А я погоню Ладу Весту. Сказочный. Зачем его только из больницы выпустили? Ребят, знаете, что еще мне
прям бросилось в глаза. И что, какая разница между авторынком Петропавловск-Камчатского, например, и авторынком Зеленый угол. Здесь очень мало прадиков. Прадиков, крузаков, лексусов и всех вот таких вот больших дорогущих автомобилей. Здесь в основном, короче, шушлайки такого типа, микрики. И в основном тут, ну, очень много гибридов. А у нас там очень мало гибридов, но зато много прадиков и лексусов. Наверное, у нас тяжело жить без прадика. Очень тяжело. Ребят, мы и закончим этот ролик на еще одной очень важной теме. Что мы взяли с собой? Что я взял с собой в дорогу? Так, немного поразмыслив, все-таки путь не близкий, и нужно иметь какой-то там минимальный запас пропитания. Ну, мало ли что в дороге может случиться. В общем, человек я не очень опытный в этом деле, но решил, так побродив по магазину, что, пожалуй, вот этот набор, который я сейчас вам покажу, будет не лишний. Итак, давайте посмотрим. Копченый мясной рулет, который мне купила жена в дорогу. А под него я взял контейнер. Сейчас я его нарежу вот ножом и сразу это уберем, чтобы было в быстрой доступности. Соответственно, фрукты — это бананы, запас воды. А здесь я взял такие вот консервы, кашу гречневую уже готовую. Вот, в случае чего можно открыть. Получается, крылышки, паштет и плов с говядиной. Думаю, ну, мало ли что может в дороге случиться, там где-нибудь застрянешь или еще что-то, тьфу-тьфу-тьфу. Вот. Думаю, будет не лишнее. Соответственно, цитрамон от головной боли и активированный уголь. И еще в сумке у меня лежит парацетамол на всякий случай. Здесь у нас картофельное пюре. Будем останавливаться где-нибудь в мотеле-то. Быстренько раз заварили и под рулетик мясной. Обалденно пойдет. Влажные салфетки — обязательный атрибут. Соответственно, чай, сахар. Вот такие мармеладки кисленькие для того, чтобы, ну, в дороге придавать себе немного бодрости. Всякие разные батончики. Гематоген. А батончики со всякими там разными вкусами. В общем, опять же, чтобы поддерживать себя в движении. Ну и, соответственно, аскорбинка. Это обязательно. Конфетки шоколадные. Ну и такой вот сухой завтрак. Печенье и шоколад, который также придает бодрости. Ребят, если у вас есть опыт в таких дальних передвижениях, то напишите в комментариях, чтобы что берете вы с собой в данном случае, что или чтобы вы взяли еще дополнительно к тому набору, который я взял с собой. Опять же скажу, это не основной, то есть я не набираю там на всю дорогу еды, чтобы мне хватило. Взял тот рацион, который, в принципе, может, допустим, мало ли чего, вдруг там пережить какое-то там время в дороге или где-нибудь там по пути, там может остановиться в мотеле, там без еды, там, ну, мало ли что такое. В общем, дальше следующие ролики у нас будут, как уже вы поняли, про Зеленый угол будет полностью ролик. Все, что мы там отсняли, я выложу. И по дороге будем снимать и вам расскажем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии нашего маршрута по дороге и узнать в конечном итоге, сколько нам обошлась Лада Веста. Всем пока-пока!